Долучилися до республіканської акції «Наші діти» і супрацовники Гомельського обласного управління МНС. Врятувальники з подарунками навідали санаторну школу-інтернат для дітей з захворюваннями костьово-мишечної системи у Костюковці. Новогоднє віншування для вихованців школи-інтернату почалося з сюрпризу. У головні ворота школи заїхала пожарна машина, упригожена сотнями огню. На даху стояв Дід Мороз. Він вітав дітей святочним фейерверком. Разом з ним на свято приїхали Снігурка и боевый разлик пожарных Дядов Морозов. Подразделение МЧС Гомельской области хотят сделать новогодний подарок для того, чтобы дети чувствовали заботу и чтобы, конечно же, каникулы у них были без дыма и огня. И хотелось бы, чтобы это, наверное, не было повторением, как в других регионах нашей республики, чтобы детям остались впечатления, и они запомнили по-настоящему сказочный Новый год. После встречи новогодних персонажей дети отправились в актовую залу, где началось представление. Были и конкурсы, и танцевальная программа. Не обошлось без скорогода вокруг елки. У перепынках дети рассказывали казочному шаронику верши. По час концерту воротовальники еще раз нагадали детям и их батькам про то, как провести свято безопасно.